вообще такая ситуация, что сада волосы висеть не стоит. Можно, конечно, поменять. А вернее, если черт какие, то он, ну вот основа какие-то, тогда он воскрешается в втором доме. То есть если город взят, то я не слышу. Потом уходит. Где-то в бою. Ну там можно восстановиться, но это наоборот. Вот это броня Глотова. На чародей. Ну видите, у нас тут красивые. Ну сегодня их много. Это пинг, наверное. Или шторм ворот, наверное. Вот тут. Уже все играло. Что? Шторм. На всех просто выбирать, вот где больше показать. По дуге, можно еще по дуге. Типа их заграничить. Нет, это и пехотно, чтобы использовать. Ну, пересядет, это уже хочет. Ну, пора ну, все команды. Вова не все, но... Ветеран. Боец. Ну тут тролль, там было пятеро, а тут четверо. Ой, тролль, ну смысле. Если тролль никого не придет. Понятно, он моментальный регенератор. Ну, 13 хп. Еще доходы отсюда. Ну, сложно стоит. Сейчас с чем еще разберемся? И здесь ничего не разберемся. А надо включить. Ну, поэтому подождем, наверное, не будет. 10 ман. На 4 бара. Что за...
за 124 эти бимусы. Ну, это бимусы турток, кто знает. Без бимусов. Он потом еще шипнул за каждым пчелом. Так, все. Может, был где-то слева. Ну вот он. Вообще надо понять, есть там еще. Тобы перегороди. Трогу плюс 20. Ого-го. Mm-hmm.